Люди – социальные существа. Мы живем вместе, в семьях и по соседству с другими, в деревнях, городах, странах и в этом мире. Мы все являемся частью общества, но также уникальными личностями, которые заслуживают уважения со стороны других. Например, за обеденным столом могут обсуждаться самые разные темы, и каждому необходимо предоставить возможность для выражения своего мнения. Однако это не всегда просто. Например, в школах буллинг является известной проблемой. Важно отметить, есть не только жертвы и агрессоры, есть также последователи, свидетели и те, кто решает вмешаться, когда нарушаются права других. Ценности прав человека и демократии заключаются именно в поощрении мирного сосуществования и защите достоинства каждого. В 2010 году 47 государств-членов Совета Европы приняли Хартию о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека. Этот правовой документ был разработан для продвижения ценностей демократии и прав человека в образовании и через образование. Согласно Хартии, целями образования в области демократии и прав человека являются: развивать знания учащихся о правах человека и демократии, чтобы они знали собственные права и права других людей. Научить их применять эти знания на практике через уважение и защиту своих прав и прав других людей. Позволить обучающимся получить опыт того, что означает соблюдение принципов демократии и прав человека в повседневной жизни, и помочь им понять, что они в силах изменить ситуацию. Школы – не единственное место, где принципы демократии и прав человека можно изучать и применять на практике. Политики должны обеспечить возможность изучать и применять принципы прав человека и демократии на протяжении всей жизни, от детского сада до университета и за их пределами. Молодежные и общественные организации вовлекают людей в инициативы, направленные на улучшение жизни сообщества, и поддерживают их в этом процессе. 47 государств взяли на себя обязательство выполнять рекомендации Хартии. Однако мирное сосуществование и уважение прав и достоинства других возможно только если мы все содействуем их воплощению в жизнь своими поступками каждый день, независимо от того, кто мы или где мы живем.